Еще одна таинственная история про... Нет, хомячок будет, но попозже. Ближе к концу. Если хомячок, так уже все. Уже можно занимать очередь в гардероб. Че, а че у тебя с гитарой, да? Расстроилась? А, холодно, видите, вентилятор дует. Гитара замерзла, у нее все скукожилось там. И струны, и лады, и другие вещи. Да, хомячок будет, но в конце. Ну так, вы не самым, но, в общем, ближе к концу. Детишек много в зале, я смотрю. Это вообще здорово, если детишки приходят вместе с родителями. Это прекрасно. Это продолжение хорошей семейной традиции ходить на хэви-метал-концерты, слушать группу «Цитадель». Это очень здорово. Спасибо! Чё? Поехали? Погнали, гитару будет. Дань, хорошую-то уходи. Ты расскажи мне все, как есть, о том, что будет, и о том, что было. Раскрытых тайн тобой не счесть, уже готовлю я чернила. В огне свечи я подмечаю, что быть с тобой наедине. Вот все, о чем с недавних пор мечтаю. Твое сознание умножать, твоим решением мне по силу. И моя
скрытых тайн тобой не счесть. Уже готовлю я чернила. Пробил 12 раз, сменяя на иконах лики. Молю продолжить свой рассказ, пророком буду я теперь великий. Все, что увидел и узнал, принять бы разум, так как есть не может. Безумным шли и пронзали сам последний день. Все записано. Это был список на следующий концерт. Если кто чего не понял, мы записывали, кого пропускать в приоритетном порядке. Что у нас дальше? Дальше песня... Не, хомячок будет, ну, ближе к концу. Кстати, мы хомячка сыграем очень необычным образом. А следующая песня, она не про политическую ситуацию в стране. Нет. Ваши ручки! Долгие игры в добро и зло, весенний порой на совесть клеймо. Память о прошлом стою у черты. Страшный сон кусает нервы. Я могу всегда быть первым. Мать! Дети судьбы! Мороз рисует под стекла. Ранняя ночь. Мой тихий взгляд. Yeah!
Спасибо, дорогие. Ну, вы поняли, да, что песня не про политическую ситуацию в стране. Нет, потому что, а еще начнется потом. Вот, пока не началось все, нет, мы нет. Мы про эльфов, про гномиков, про цветочки и вот это вот все обычные хэви-металлические песни. И про ослов у нас есть. И да, и про уток. Кстати, вот следующая песня, между прочим, про уток. Там так и написано. День и ночь краски с уток смешав. Родион текст писал, причем без утки. А вообще, конечно, шутки шутки, но песня героическая. Песня посвящается невероятно героическому городу Сталинграду. И приложи поддержки! Сейчас
Мы хотим, поскольку у нас все-таки не простой сегодня день, а день рождения, 5 лет нашей группы, то поздравить нас. Пришел один из замечательных бывших участников группы. Палочки! Ура! Виталий Вирбуль! Замечательный барабанщик. И он, как старые добрые, сыграет с нами пару замечательных песен. Обязательно вернем. Родион навсегда. Это прям название следующего альбома. Родион навсегда. Но Виталик тоже прекрасный музыкант, и он в свое время отдал много времени и много часов своей жизни на концерты, на гастроли, поездил с нами. Не забыл ты, Виталь, как там? Нормально. Не забыл? Все там. Снизу бочка, сверху малый. Вот, как это? Слева скрипки, справа виолончели. Все, нормально. А хэт — это такая штучка, ну ты понял. Все. Так, что мы играем вместе с Виталиком? Девятый! Вау! Вспышкой синя рваного неба перед ударом грозной стихии несет себе мощь разрушения света. И озарит наше царство уныния ветер порывом внезапного силы. Мачты заставят скрипеть и клониться, сполох над сполохом ночь надрывает. Кривыми клинками заблещут зорницы. We'll be right back.
нравится всем нам. Мы можем лишь улыбаться в ответ и верить в удачу, и берег близость, и видеть в конце своего пути свет. Спасибо, Виталик. Витя, не забыл человек, не забыл, где скрипки, где виолончели. Пятерка. Спасибо. Пятерка, но с минусом. А вот потому что в следующей песне Виталик постарается еще больше. Но вы вместе его поддержите! Руки к солнцу! Хомячок будет, но чуть попозже. Мне кажется, я сегодня про это уже говорил. Эй, как Дед Мороз, Родион, 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 Родион. А, уже пришел. Все, спасибо, уже, вот я вижу, теперь он уже здесь. А если бы вы не помогли, конечно, он бы еще долго шел бы там. У нас
Много чего интересного у нас там было. Провод и все. А что у нас? Все, я сейчас как бы тут надо сделать некие комбинации. Возможно. Enough.
Юрий Трубников, ты для меня самый желанный гость всегда. И для всех нас! За то, что с днём рождения еще раз! Вот за что мы все любим heavy metal, так это за то, что и за хомячка тоже. Хомячок будет. Все-таки, отлично, я люблю heavy metal за красивые баллады. Да, про пятачка у нас песня еще впереди, сейчас пишется. А пока споем медленную, красивую балладу. Не о хомячке. И не про смерть. У нас один из был участников, один из первых парней, они были в группе еще, я пришел, они уже тут были. И он говорил, что хорошая песня, она может быть или про любовь, или про смерть. А если песня и про любовь, и про смерть, то очень хорошая песня. Но мы стараемся про смерть не петь, пускай будем петь про жизнь, про уток, про хомячков. Ну и, конечно же, про глаза. В твоих глазах! Такие чистые! Лед ресницы развеет свет моих сомнений на ветру. Все, что искал, я в них прочту. Что жизнь лишь я забывал, тебя ношу, колес менял. Мир бесконечный поток между нами, каждую ночь ожидая звонка. Дорогу дай, шум городов, отель, дешевая любовь. Всегда прощаешь ты меня, и это точно знаю я. В твоих глазах огонь лёд, в твоих глазах надежды взлёт, и ветер снова напомнит мне, что ты одна в моей судьбе.
А что у нас дальше? Хомячок будет, но чуть-чуть попозже. А песня, да, песня у нас в группе есть еще один пятый и шестой участник. Вот, мы ее настолько любим, что фотографию носим всегда с собой, и некоторые даже на футболке. И эта песня про нашу Наташу. Нас выгонят? Ну кто же нас выгонит? И вас. А, вас! Не, и вас тоже не выгонят. Наташу прикроют. Че, поехали? Злится пурга, заметая грехом следы. Лоскута смотрят глаза, следят за тобой по ночи. Видят тебя насквозь, спрячь подальше ключи. На забытый остров души черное небо снег роняет. Скорей, поспеши, глаза в ночи сверкают. Холод скорлетели. Пусти демонов своих с любовью в мир живы. В мир живы. Кто нас стучится в дверь? Оно пришло за тобой. А любовь ложной игрой. Солнце ставил один. Позволь гореть моему огню. Бежишь от страха, бежишь от всех. Нет смысла ждать зарю. Остались руины пепел. Тот, кто сгорел дотла. Скисли молочные реки. Размыли все берега. Холод скорлетелых. Пусти демонов своих с любовью в мир живых. В мир живых. Записи этой песни ни одна Наташа не пострадала. Что мне с этим делать теперь? Это очень красиво. Это очень красиво. Ладно. А мы, кстати, призраки с интро играем или без? А давайте без. Ладно, потому что с этими интрами вечно все это, что-то все это не складывается никогда. Вообще, знаете, чем наша группа отличается прям принципиально от целой кучи других групп, играющих в подобном жанре? Я скажу, цифрами тоже. Но принципиальное отличие в том, что мы во время своих концертов не используем никакие хитрости, никакие подклады, никакие заранее записанные звуки других инструментов, никакие заранее записанные бэк-вокалы и никаких хитростей. То есть вот как группа выглядит на сцене, так она и звучит. Все натурально. Все по-настоящему, друзья, и только для вас! А то некоторые музыканты, даже именитые, выходят на сцену. Три человека и компьютер. Или компьютер, и он как бы так незаметно.
Ну там как бы все партии записаны, все там у них 100-500 гитар, скрипки, оркестры, а они втроем что-то телевизор, там еще голоса, я не знаю. Нечестно, на мой взгляд, все это, как говорится, первый, это, безалкогольное пиво, первый шаг к резиновой женщине. А выступление с подкладами, первый шаг для выступления под фонограмму полностью. Сначала мы добавляем подклад в бас-гитару, потом добавляем скрипки, потом что-нибудь еще, потом вообще всех музыкантов из группы убираем, оставляем одного вокалиста, он выходит, просто поет под фонограмму, под плюс. А потом, в конце концов, можно и вокалиста на сцену не выпускать, а можно просто сидеть в баре, пить пиво и слушать запись и говорить, вот это классно мы записали, вот это мы прям постарались. Вот это прям с 25-го раза поклеили все, и звучит потрясающе, не правда ли? Но мы так, дорогие друзья, не делаем. Мы играем на 100% вживую! Честная музыка.
Спасибо. Скромненько, скромно спасибо. А следующая песня, дорогие друзья. Кстати, вы знаете, кто самый лучший вокалист в группе «Цитадель»? Даня! Нет, самый лучший вокалист — это Коля. Почему не Валерий? Валерий тоже, но не самый. Поэтому, дорогие друзья, сейчас мы, поскольку мы всегда стараемся в нашей группе совершенствовать наши навыки всесторонние, то сейчас мы сыграем «Хомячка». Но не так, как мы его играем обычно. Сейчас мы поменяемся местами. А между прочим, знаете, кто самый лучший соло-гитарист в группе? Нет. Нет, Валера! А Даня самый лучший басист? Я поменял Урал на Урал. Шило на мыло. А кто у нас барабанщик самый прикольный? Серега! Да, вы фишку немножечко не поняли. Ну так, а вокалист-то кто? Ты? Я? Да, Оля. Как она включается? О, разобрался. Я лучший басист. Чё? Ну, слабовато, подожди. Нет. Ну, слабовато. Ну, я же вижу то, что народу больше, чем... Уже лучше, но не все. Анархистов давай! Я с тобой потом поговорю. Да, а что там столы? У меня зрение хреновое, но я вижу, там что-то есть. Кто-то там есть, они там сидят. Там кто-то ест. Я надеюсь, не Хомячков. Это как у Димы Масленникова, да? Здесь кто-нибудь ест? Что, погнали? Дали Хомячку зерна. Съел он писарочку до дна. Съел морковку, тронкал сушку. Здесь не расходитесь. Я надеюсь, что следующую песенку, а точнее ее припев, мы уж точно споем вместе с вами. Нет. Да. Нет. Это ничего не сломал, я надеюсь. Если что-то сломал, то это Виталик. Я не знаю, где. Ты царапал. А пол? Это Виталик. Я когда садился, она уже была на полу. Вот подойди к нему. Дорогие друзья, наш замечательный товарищ на сегодняшний день стал полноценным участником нашей группы Юрий Дуровников! Лидер группы «Астарта». Слушайте, скачивайте, ставьте лайки, как это,
лайк, шер, репост. Я никогда не думал, что я это скажу. На таможенные значки медиатора Астарта прикупили. Кстати, там есть столик с мерчем, и там наше все. Мы, кстати, если кто-то не видел, в честь нашего юбилея мы выпустили отдельную линейку мерча. Можете приобрести магниты, значки и вот такие вот футболочки. Вот. А если вы извращенец, можете отрезать рукава, как я. Прикольно получается. У тебя отжать интереснее. Ну что, дорогие друзья, поехали? Слова-то вы знаете? Поете вместе с нами? Нет! А микрофон у Юры. Я забрал микрофон, да, мне тот не... Наталья Егорова, человек, который отвечает за все, что происходит в группе.
Без нее в группе не было бы вообще ничего. Она же такая. Ты наше все. Мы тебя любим. И все вместе. Мы.